Бомж, байкер, мудрый еврей и викинг. Казалось бы, чего общего? Но вот она, борода. А началось все с Деда Мороза. Купив потрепанную маску на барахолке, Сергей отреставрировал ее. А после сделал собственную. Да так увлекся, что в коллекции мастера их уже более 200. Ну, все тут и музыканты, и актеры. Это какие-то ваши любимые? Или вот... Ну, не совсем. Хочу сразу сказать, что, конечно, легче всего сделать узнаваемую маску. Это таких, ну, страшненьких, можно сказать. То есть красивых людей очень трудно делать. То есть зацепиться абсолютно ни за что. А вот у персонажей выставки цепляться есть за что. К примеру, кривые зубы Бабы-Яги, суровый вид Ивана Грозного. А вот Валуев – одна сплошная зацепка. Кстати, маски умышленно не подписаны. Автор таким образом проверяет эрудицию посетителей. Есть такие, говорят, сделай мою маску. Я говорю, когда будешь, вырастешь, станешь знаменитым, тогда сделаю твою маску. Конечно, хочется своих знакомых, друзей, там, близких сделать, но пока до этого не дошел еще. Удивительно и то, что маски настолько правдоподобны, что передают не только внешнее сходство знаменитой личности, но и их эмоции. Задумчивый Кутузов, веселый Эйнштейн, а вот серьезный. Подождите, это же сам Сергей Ершов, так называемый автопортрет. О продаже коллекции не думает, каждая маска как ребенок и в единственном экземпляре. Елизавета Конева, Анатолий Фукс, новости.